Виталий Беляев – многодетный отец восьмерых детей. Самому младшему всего 5 лет. Семья проживает в Ичугодском. Каждая копейка на счету, поэтому помощь от местного отделения Красного Креста пришлась очень кстати. Я желаю, чтобы все дети ваши были здоровы, чтобы у вас все хорошо было, чтобы дети вас радовали. А для того, чтобы вам было все-таки подспорье в этой тяжелой жизни, сейчас действительно тяжелая ситуация, мы вам даем 3 набора. Только как унесете, они очень тяжелые. Унесешь, конечно, своя ноша не тянет. И продукты для всей семьи, то есть там сахар, растительное масло, всяческие консервы. Но мы еще сделали большие сладкие подарки. Наверное, 1,5 килограмма подарок, потому что очень много конфет. На сегодняшний день любая помощь, наверное, в семье будет необходима, кто находится в таких семейных обстоятельствах. Очень приятно, что уделяют нам внимание. Всего 40 продуктовых наборов сегодня выручено 18 многодетным и малообеспеченным семьям поселка Железнодорожников. В Ичугодском данная акция проходит уже в 4-й раз. Сегодня день рождения у меня, так что еще вдвойне приятно. По подаркам вам поздравляю с души. Спасибо. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы этот год для вас был сладким, добрым, и чтобы детишки ваши не болели. Спасибо. Мы получаем помощь 1-й раз. До этого как бы ничего такого не было. Очень рады, как бы очень приятно, и детям будет очень приятно, и большая помощь, конечно, семье. И мы взяли списки со всех школ, и взяли списки, чтобы люди не говорили, откуда, кого вы берете. Нам социальные педагоги из школ предоставили списки, кто многодетный, кто имеет вот много детей, кого надо поддержать. Это категория, которая, я не говорю, что все они эти не могут там кормить, воспитывать, нет, мы просто хотим сделать приятное, потому что эти родители, воспитывая по 9, 7, 5 человек, 4 человека детей, я считаю, что это очень по-геройски, тем более в такое тяжелое, сложное время. Хочу выразить слова благодарности отделению Российского Красного Креста и лично Галине Ивановне. Спасибо. За предоставленную нам помощь. Спасибо большое. Также нуждающиеся семьи вправе рассчитывать на поддержку государства. На эти цели предусмотрены средства местного и регионального бюджетов.